Привет, ребята, богатыри, обзор еды, относительно дешевый, ну, или для кого дешевый, у всех разные оценки, ну, я беру, как бы, если самых бедных людей, у которых доход очень маленький, там, 5-10 тысяч рублей в месяц. Есть, наверное, кто-то и меньше, но уже, конечно, куда меньше. Так, вот такие вот мандарины. Я их показывал. И стоят они 65-68 рублей. Выглядит симпатично. Внутри такие, видите, желтые. Корка изнутри, яркие, но немного, по мне, кисловатые. Не знаю даже, где такие растут. Они выглядят симпатично, но немножко кислят. Продают их по разной цене, вплоть до 100, там, 150 рублей. То есть я бы так оценил на четверочку почему-то. Не хватает, послаще бы сделать их. Так, ну не буду его сейчас вскрывать. Вот такой вот апельсин. Он ярко-оранжевый. Здесь, как обычно, еще один апельсин прицепился. Это не очень хорошо, потому что эта часть теряется, по сути. Но они почти что все такие. Со вторым апельсином в попе. Вкус нормальный. Он ярко-оранжевый. В всяких лентах продают недозрелые. Этот вполне зрелый. Семечек нет. Его продавали со скидкой за 45 рублей. Но я считаю, это зашибись, потому что сейчас апельсины по 100 рублей продают зимой. Только он валялся такой мятый, видите. Ну, бока у него помятые, вот, не свежий. Но особых дефектов нету. И внутри я уже съел один такой. Немножко кислит, опять же, кислит. Ну, наверное, так зимой всегда апельсины, мандарины кислят. Так. Апельсин, мандарин. Не знаю, где он растет такой, что за сорт. Ну, ярко-оранжевый. На пятерочку бы я его оценил. Это на четверочку. Ну, кому как. Кто-то может оценит и на пятерочку этот мандарин. Так. И вот такие вот перцы. Сладкий перец, называю как болгарский, по-моему, он называется. Сейчас. Он был побитый, поэтому цена 70 рублей. Ну, 69, там 68, я так округлил. Не битый он стоит 140, там 150, 200. Иногда их по цвету делят, что вот такой-то цвет дороже. Не очень я понимаю, по цвету они, по вкусу ничем не отличаются по цвету. Цена, ну, более-менее, я бы так сказал. Опять начинает моргать что-то экран у телефона. При съемке. Вкус вполне хороший, растут. Не знаю, где-то, может, в Африке растут, где они там зимой растут. Сейчас попробую. Ну, я пробовал уже, конечно.
Отличный вкус, отличный, сладкий, толстый такой. Как будто даже не в парниках каких-то, как будто на земле какой-то выращивают. Прикольный перец. Самому такой, наверное, тяжело вырастить. Так, ну и в общем-то вся еда. Я не стал покупать сейчас мятые эти манго, потому что они уже сильно мятые. Хлам. Чисто хлам неохота уже покупать. Даже за дешевые какие-то маленькие цены неохота хлам покупать. Поэтому я сейчас стараюсь избегать хлама. Это весь обзор. До свидания, ребята. Подписывайтесь, ставьте уведомления. Революцию обязательно делайте. Это не значит, что государство закроется сразу. Просто сами для себя революцию сделали, и это уже будет зашибись. Ну а другие уже как хотят, там пускай живут. Вот еще вот тут есть немного тех же самых апельсинов. Но покупаю я понемножку. Апельсина 4 у меня всего лишь было куплено. Все, пока. Либертарианцы, будущие.